Привет! В эфире «Молодежный форум» и с вами я, Влад Судов. Удивительно, но факт, в озере Байкал 23 кубических километра воды. Чтобы наполнить бассейн такого объема, 12 крупнейших рек мира должны течь почти целый год. Впереди еще много интересного, оставайтесь с нами и вы узнаете. Какие награды получили корреспонденты «Молодежного форума» на конкурсе журналистских работ «Енисей-РФ»? Кто из специалистов сферы молодежной политики отличился в конкурсе профмастерства? Чем заняться в свободный осенний вечер? Межрегиональный форум средств массовой информации «Енисей-РФ» ежегодно собирает несколько сотен участников из Сибирского федерального округа и других регионов России. В этом году на форуме обсуждали проблему адаптации средств массовой информации к быстро меняющимся условиям современного мира. Подробности в сюжете далее. Я искренне приветствую вас на площадках форума, уважаемые коллеги. Я приветствую наших гостей, которые приняли приглашение и приехали в Красноярск для участия в форуме. Межрегиональный форум средств массовой информации «Енисей-РФ» в этом году прошел в шестой раз. Журналистское сообщество уже привыкло в преддверии осени подводить итоги своей работы. В медиафоруме «Енисей-РФ» я участвую уже не в первый раз. Несомненно, это очень важный опыт, как для журналиста, для меня, потому что есть возможность узнать очень много информации полезной для работы, именно ту информацию, которую где-то в других местах ее просто не добыть. Вот, то есть, и, конечно, обмен опытом. И обмен опытом, и обсуждение актуальных вопросов современных медиа, а еще мастер-классы, лекции, круглые столы. Состоялась дискуссия на тему «Информационное поле. Правила игры». Представители средств массовой информации и органов государственной власти регионального и федерального уровней обсудили противоречия, которые возникли между участниками современного медиарынка. Я бы предложила нашу дискуссию сегодняшнюю построить не в формате выяснения взаимоотношений между институтами, а постараться понять, какие ценности, какие интересы, какой уровень профессионализма и мастерство коммуникации наличествует или отсутствует у тех или иных групп общественности. Во время проведения круглого стола заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации МГУ Иван Засурский вместе с коллегами пытался прояснить отношения между традиционными СМИ и новыми медиа. Высказали свое мнение и красноярские журналисты. Традиционное медиа и новое медиа, безусловно, на сегодняшнем этапе вместе. Настолько Россия и наш Красноярский край – это разная и по телевизионной, и читательской аудитории территория, и по обеспеченности технологиями, и по рынкам рекламным, и так далее, и тому подобное. Поэтому ввести декретом что-то и сказать «все, остаются только новые медиа» – ну, это бред. И поэтому сегодня на дискуссионном столе, на круглом столе очень много спорили, вы видели, да, такое живое было. Но на самом деле речь-то шла в основном о чем? О трубах. Эфир, кабель, спутник, интернет. Это ведь только транспорт, трубы доставки, его величество, контента. Больше десятка круглых столов, лекций, мастер-классов и дискуссий посетили журналисты со всего Красноярского края. Набрались опыта, обзавелись новыми знакомствами и, наконец, вот оно, долгожданное награждение победителей конкурса журналистского мастерства. Редакция «Молодежного форума» каждый год успешно принимает в нем участие. В этом году в финал вышли работы трех корреспондентов молодежного тележурнала – Анны Скурятиной, Романа Пастушка и Эдуарда Лободы. Среди лучших был назван и сайт программы. Всего 13 номинаций, более 300 участников и… Роман Николаевич Пастушок, Центр молодежных проектов «Лидер», проект «Молодежный форум» номер 24 2015 года. Совсем свежий выпуск. По
Победа! Да еще и двойная! Сюжеты нашего корреспондента Романа Пастушка стали лучшими сразу в двух номинациях «Будь здоров» и «Лучший сюжет о молодежной политике». Я в Енисей-РФ участвовал 3 раза, но в этом году победил впервые. Причем не просто победил, а взял 2 штуки, 2 статуэтки и 2 грамоты в номинации «Будь здоров» и «Сюжет о молодежной политике». Я очень счастлив, я очень доволен, и я не знаю, наверное, это одно из таких действительно важных достижений в моей жизни. Поздравляем! Нам есть на кого равняться, но главное – ради кого работать. Чтобы выявить лучших спортсменов, человечество придумало множество различных спортивных соревнований. А как выявить лучших молодых специалистов? Очень просто – провести конкурс профессионального мастерства. Именно так и поступили на Тимбирюса в этом году. О том, как молодые профессионалы сферы молодежной политики боролись за победу, смотрите далее. Конкурс профессионального мастерства работников сферы молодежной политики проходит уже не первый год. Этим летом молодые специалисты со всего Красноярского края приехали соревноваться в региональном этапе конкурса на территорию инициативных. Конкурс состоял из нескольких этапов. Его участникам нужно было продемонстрировать не только умение писать проекты, но и организовывать мероприятия, справляться с кризисными ситуациями, работать социальными сетями. Наиболее успешные конкурсанты защищали программы индивидуального развития перед членами экспертной комиссии. В рамках конкурса в финале мы создавали дорожную карту на ближайшие 5 лет. И сейчас передо мной есть четкий план целей и задач, которые мы должны реализовать в рамках стратегии развития до 2020 года. Победители признаются, что участие в конкурсе помогло им разобраться в себе, понять свои сильные и слабые стороны, продумать собственный план профессионального развития. А в самом конкурсе, что узнала, увидела свои зоны ближайшего развития, правила публичного выступления, понимание того, кто я все-таки являюсь в будущем как эксперт или как профессионал, который тиражирует свой опыт для детей. Поэтому здесь много всего интересного открылось. Есть о чем задуматься. И в плане, скажем так, наполнения своей деятельности, и в плане... общая ситуация, скажем так, в молодежной политике, куда стоит прикладывать усилия, с чем дальше работать, вот такие вот моменты. Участие в профессиональном конкурсе – это всегда полезный опыт, который дает не только определенные навыки и знания, но и заставляет задуматься, для чего ты работаешь, почему выбрал именно эту сферу, что особенно важно для начинающих специалистов. Конкурс принес мне... понимание того, что мы здесь не просто так работаем с молодежью. Мы здесь являемся лидерами, которые направляют всю эту творческую, активную и инициативную молодежь в правильное русло. Победители конкурса получили денежные призы на индивидуальное развитие и право представлять наш регион на всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Из нашей постоянной рубрики «День в истории» вы узнаете, чем знаменательна дата 8 сентября. Восьмого сентября отмечается День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под командованием Кутузова с армией Наполеона. Бородинская битва является крупнейшим сражением Отечественной войны 1812 года. Начиная войну, Наполеон планировал приграничное генеральное сражение, но отступившая к Москве русская армия завлекла его далеко от границы. Кутузов решил преградить Наполеону путь на Москву и дать генеральное сражение у села Бородино. Бородинская битва стала одним из самых кровопролитных сражений 19 века. По самым скромным оценкам совокупных потерь, каждый час на поле погибало или получало ранение около 6 тысяч человек. Французская армия потеряла порядка 25% своего состава, русская – около 30%. С обеих сторон было сделано более 100 тысяч пушечных выстрелов. Один из участников битвы, французский генерал Пеле, впоследствии вспоминал, что Наполеон считал Бородинскую битву самым грозным и самым прекрасным сражением, в котором французы были достойны победы, а русских можно было считать непобедимыми.
Несмотря на то, что Наполеон в Бородинском сражении имел армию, не знавшую поражений, ему не удалось сломить сопротивление русских войск. Последовавшее после сражения отступление русской армии было продиктовано стратегическими соображениями и в конечном итоге привело к поражению Наполеона. В погожие осенние дни творческие люди не сидят на месте, а выходят на улицы города, а точнее на набережную. Арт-берег каждый вечер радует красноярцев чем-нибудь интересным. Хотите с пользой провести свободное время? Тогда бегом на набережную. Творчество красноярцев выходит за рамки, а вернее перемещается из привычных мест обитания на улицы города, а если точнее, на набережную. В течение всего лета ежедневные вечерние посиделки проходили с пользой и в хорошей компании друзей. Именно на этой площадке выступают группы, поэты наши красноярские. Школы танцев проводят свои занятия, мастер-классы, открытые занятия и всякие опен-эйры. А еще очень популярен суббота-микрофон. Когда люди знают, что у нас какой-то такой день, гитарный или что-то, уже участники приходят специально выступить, потому что им понравилось. Свободная, открытая, хорошая, теплая площадка. Людям нравится. На вопрос, что же такое арт-берег, организаторы отвечают просто. Арт-берег – это проект «Горожан для горожан». На творческой набережной рады всем. Более того, любой желающий может продемонстрировать свои таланты в режиме свободного микрофона или даже организовать события. Здесь может каждый самореализоваться как-то. А те скромные люди, они могут где-то здесь взять толчок для будущего развития и, наверное, зажгутся новые звезды в дальнейшем. Я сам раньше приходил, смотрел, как другие выступают, и тут меня с друзьями подговорили, потому что мы иногда собираемся в своем кругу, тоже поем песни, решил выступить на набережной перед большим количеством людей, попробовать себя. В хорошую погоду Михаила с его друзьями всегда можно найти на набережной. И найти довольно-таки просто. Всего лишь нужно идти на звуки музыки. Мимо точно не пройдешь. На улице тут какая-то такая публика, к которой ты не готов. То есть очень много разных людей, слушателей. Кто там заинтересован, кто-то, может, даже занимался также этим и даст совет. Также со звуком. Проблемы обстоят на улице из-за шума. Не сидите дома. Пока погода позволяет, проводите на улице как можно больше времени. С пользой для себя и, быть может, для окружающих. А творческий арт-берег поможет во всех начинаниях. Далее анонс самых интересных событий предстоящей недели. Куда сходить, что посмотреть, в чем поучаствовать, узнаете из нашей постоянной рубрики «Молодежный календарь». На сегодня все. Напоминаю, что все сюжеты программы, вышедшие в эфир, ты можешь найти на сайте молодежный форум 24.рф и на телевизионных порталах Дельфик ТВ и Вся Россия. Кроме того, заходи в нашу группу ВКонтакте. Смотри молодежный форум. Пока!